Здравствуй, Данька, здравствуй. Ой, Господи. Здравствуйте. Марина Валентиновна, спасибо вам большое за нашего мальчика. Это не за мне. За будущего офицера. Это не мне, это всему боевому братству. Марина Толмачева, руководитель Лобнинского городского отделения «Боевое братство», почетный гражданин города Лобня. Марина родилась в Москве 9 декабря 1959 года в семье почетного полярника Советского Союза. Это вот мы с папой. Это день рождения у меня. Марина окончила Лобнинскую школу номер 5 и свою трудовую биографию начинала в родной школе старшей пионервожатой. В 1980 году окончила курсы бортпроводников в Международном аэропорту Шереметьево, затем экономический факультет Заочного института советской торговли, а после, на отлично, факультет международных отношений Университета марксизма-ленинизма. Ветеран труда, ветеран боевых действий в Афганистане. Из 27 лет биографии Марины Толмачевой в Аэрофлоте 2 года, 1983 и 1984, выпали на горячие полеты в Республику Афганистан. В составе экипажа Ту-154, стюардесса и бригадир Марина Толмачева участвовала в выполнении рейсов Москва-Ташкент-Кабул. О преданном Пятому океану высококлассном специалисте, обаятельной женщине и маме писали в журнале «Советская женщина», который переводился на многие языки мира. В 2010 году Марина Толмачева возглавила Лобнинское городское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Под ее руководством численность организации с 28 человек выросла до 109. Боль всех, кого обожгла война, она воспринимала как свою собственную. Для нее каждый, кто вышел из этого пекла живым, – герой. А тем, кто погиб, выполнив свой интернациональный долг, низкий поклон и вечная память. Навек в нашем сердце бессмертных имен их звучание. Минута молчания, минута молчания. Для Марины было важно все – увековечить память погибших, помочь и поддержать семьи военнослужащих, матерей и вдов участников боевых действий. Сбор и отправка гуманитарной помощи на Донбасс, начиная с 2014 года. Я услышала, когда мне передали трубку, это было 10:30 вечером, и говорят: Марина Валентиновна, огромное спасибо Лобне за то, что вот жители прислали такую помощь. И вы знаете, вот я ощутила момент счастья. Настолько, я даже уснуть не могла. Уход за могилами неизвестных солдат. Открытие музейной комнаты боевого братства, патриотическая работа с молодежью, уроки мужества, соревнования на кубок боевого братства. Она заботилась о каждом. Сумела объединить людей и сделать городскую организацию ветеранов боевых действий одной из лучших в городе и Московской области. За активную жизненную позицию, большую патриотическую работу Марина Толмачева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью в память 850-летия Москвы, знаком губернатора Московской области «Благодарю», медалями за ратную доблесть, за заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство» и многими другими наградами. Светлая память о добром, отзывчивом, сильном человеке останется в сердцах всех, кто знал Марину Валентиновну Толмачеву.